Сегодня флористическая мода допускает самые необычные сочетания. Цветочные дизайнеры используют не только цветы, но и ягоды, плоды и даже мох. Оранжерейные цветы сочетаются с полевыми и даже комнатными растениями. Флористы цветочной мастерской «Экзотик» предложили 5 вариантов летних букетов. Идея первая воплощает собой одновременно романтичность и страсть. Оттенки розового, от самого нежного и до яркого, в букет привносят бутоны гвоздики и лилии альстромерии. Дополняет экзотичную пестроту комнатные суккуленты хиверия, листья эвкалипта и каркасы сухоцветов. Следующий очень элегантный и вместе с тем необычный букет создан на основе тропических белых амаралисов с добавлением долгоиграющих листьев эвкалипта и деликатного акцента в виде белого пиона. Такой букет более всего подойдет к образу невесты или просто юной девушки. Решение третье обыгрывает вариацию букета в корзине. Фиалкового оттенка орхидея Ванда, розовые пионы и дельфиниумы, белоснежные орнитогалумы, сортовые экстримы цвета ночного неба и клематисы, они же колокольчики. Такой нестандартный микс в конечном итоге рождает очень приятную глазу стильную композицию. Эксцентричным натурам придется по душе композиция номер 4. Очень активное сочетание бордовых пионов, двухцветной турецкой гвоздики и белого василька. Венчает этот колкий контрастный букет плод лайма, который придает помимо аромата еще и очень сочный вид. Самый нестандартный вариант на тему сочетания цветов – букет в полевом стиле. Скромный цветок астильба, нежного оттенка молока нигелла, гвоздика цвета зеленого яблока и полевая ромашка. Дополняет такой пасторальный микс папоротник сорта амбрелла и синий рингиум, что в народе чертополох. Цветочная мода на примере этих букетов доказывает, сочетаний может быть невероятное количество. И потому соглашаться на что-то стандартное значит отказывать себе в красоте и оригинальности.